Ну вот, опять продолжается вечерняя кормежка. Широкий ассортимент у нас. Поедаем все, что видим. Морковка, петрушка у нас есть. Дальше смотрим. Свой лакомый леденец вот этот подъели. Вон сколько уже осталось, вниз опустили, чтобы удобнее было. Опять традиционно прогрызли веревку. Я вижу, как белая постоянно встает на лапке и ее сгрызает. Вот мне пришлось новую опять вешать. И одну и ту же. Вот эту вот постоянно она перегрызает. И приходится новую привешивать. Вот прессованное сено не очень что-то едят. Когда к нам приехали, с удовольствием ели. Сейчас, наверное, почувствовали, что еду хорошую даем. И перестали. Так неохотно едят. Очень любят вот это сено. Уже второй раз на Валберисом заказываем. Хорошо едят. Такое пахучее. Нравится им. И вот сегодня ждали доставки. Вчера у них закончилось. Ждали, что сегодня придет новый заказ. Так полдня они без такого сена были. Но как я им принесла, разложила, конечно, они занялись морковками, петрушками, одуванчиками. До сена им дела нет. Ну, сено полежит. Ночью работа им будет, чем заниматься. А то бедные истосковались по сену, а принесли сено, они и ухом не повели. Ну, сейчас вот заняты работой. Мандарин вот это ест. Очень так аппетитно. Нравится ей мандарин. О, а это сено начало есть. Вспомнила. Так. Что у них еще? Да все, что положила, практически подъели. Смели, как саранча, все. Пулей. Ну и после того, как они вот эту свежую еду съедают, тогда у них уже дело доходит до сена. Они уже интенсивно начинают выискивать. Причем очень избирательно они к сену. Они какие-то специальные тут веточки обкусывают.